Последняя ночь. В Бобруйске на пожаре погиб 43-летний мужчина. На кровати спал. Ну, спал, оказался он мертвым. Что еще натворил огонь? Осторожно, мошенники! В Бобруйске пенсионерка отдала последние сбережения. Она не смогла никому позвонить, чтобы родственники не могли пройти инициативу. Как не стать жертвой аферистов? И вытянул счастливый билет. Бобруйчанин угодил под поезд и выжил. На голове небольшая гематома, пальцы немножко поцарапаны. А так все в адеквате, все разговаривают нормально. Только у нас подробности столкновения. Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Более 3 миллиона рублей отдали пенсионеры жуликам за 2 месяца. Правоохранители хватаются за голову, а обмана с каждым днем становится все больше. Возбуждено около 200 уголовных дел. Задержано порядка 70 человек. Но мошенников остановить непросто. Охота за легкими деньгами и желание нажиться на доверчивости сильнее угрызений совести и перспективы. Угодить за решетку. Татьяна Иванова. Имя вымышленное. Каждый час звонит своей маме. То, что на днях с ней произошло, у дочери просто не укладывается в голове. Пока та была на работе, пенсионерке позвонил якобы следователь и сообщил, что ее сын попал в аварию, сбил человека. Чтобы решить вопрос, нужно заплатить. Женщина, не сомневаясь, пошла на отчаянные меры. Отдала последнее сбережение – 3000 рублей. Приезжаю домой, спрашиваю мамы. Мама, скажи, пожалуйста, почему ты не ложишь трубку телефона? Почему у нас время занят телефоном городской? А она мне говорит: так как? Тут следователь звонит и сказал, что я, чтобы я не ложила, не отключала связь. По времени, так понимаю, что это длилось пару часов, потому что, ну, чтобы она не смогла никому позвонить, чтобы родственники не могли пройти инициативу и позвонить в милицию. В общем, приехал курьер, которому она отдала деньги. Похожих историй в последнее время становится непростительно много. Каждый день на уловки телефонных мошенников попадаются десятки пожилых людей. Суть всех обманов одна – доверчивость. Теперь аферисты чаще звонят на стационарный, погружают своих жертв в стрессовые ситуации так, что те не успевают опомниться. И в мгновение ока отдают все, что копили долгие годы. Что хотел бы посоветовать всем жителям Республики Беларусь, в частности, жителям города Бобруйска. При совершении звонков по телефону и сообщений им о том, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, незамедлительно связывались с теми родственниками, про которых идет речь, и уточняли, в действительности, происходило ли какие-либо события по факту ДТП. Свести концы с концами непросто. Однако тех, кто наживается на чужих кошельках, находят. За неполные 2 месяца в стране заведено более 200 уголовных дел. Задержано порядка 70 человек. Жуликам пенсионеры отдали более 3 миллиона рублей. Жертвами аферистов становятся и дети. В соцсетях им предлагают поучаствовать в розыгрышах. В мессенджерах рассылают предложения о работе. Или вовсе просят контакты родителей. Втереться в доверие к ним проще простого. Блокировать сайты с запрещенным контентом, отслеживать местоположение ребенка и установленные им приложения можно через родительский контроль. Play Market и App Store мамы и папы могут выбрать программу под свои запросы. Всего пару кликов, и спокойный сон обеспечен. Чтобы не попасться на крючок аферистов, поможет и акция «Декада кибербезопасности», которая продлится до 1 июня. Специалисты уверяют, чем раньше начать объяснять детям главные правила цифровой гигиены, тем прочнее они усвоятся, и тем больше шансов защитить молодежь от хитрых уловок мошенников. Ольга Васенда, Кристина Арианс, Дмитрий Шевцов, «Сирена». Огонь никого не щадит. В Бобруйске за последнюю неделю произошло несколько пожаров. Один мужчина умер, троих огнеборцы вынесли прямо из пекла. Ольга Васенда о правилах безопасности. Все в дыму. Владимира Куриленко в ту роковую ночь разбудил звонок от соседа сверху. На часах было 2:30. Встревоженные люди пытались по запаху гари найти источник возгорания. Дым, как оказалось, валил с электросчетчика в коридоре. Позже стало ясно – горит квартира на 1-м этаже. Когда на место прибыло МЧС, пламя полностью уничтожило кухню. Начали тушить. Потушили. Спросили, кто там может быть. Но мы сказали, что там человек один живет. Но они зашли в спальню, он там
На кровати спал. Ну, спал, оказался он уже мертвый. В причине гибели сейчас разбирается Следственный комитет. Мужчине было всего 43. Не менее жуткие события произошли спустя несколько дней и в доме на Ульяновской. Соседи до сих пор не могут забыть те страшные крики о помощи и громкий гул во всем подъезде. Сосед пьяный привел друга. Тут они выпивали, поругались. Произошел пожар. Сигарета упала в кресло, кресло загорелось, и кричали о помощи. Разбивались окна, люди все повставали, МЧС вызывали. Огнеборцы здесь оказались спустя пару минут, бросились в самое пекло. Один мужчина находился в сознании, другой нет. Его госпитализировали. Приятели чудом остались живы. Черные стены и деформированная дверь. Первое, что бросается в глаза. За ними не менее жуткое зрелище. Обгоревшие вещи, мебель и остатки горе-вечеринки. Еще одно ЧП произошло на Гагарина. Сообщение сотрудникам МЧС поступило в 10:30. Здесь горела квартира на втором этаже. На полу в коридоре спасатели обнаружили 63-летнего мужчину. Бобрусь 90, есть признаки жизни, 103 необходимо. Пенсионер получил ожоги 50% тела. Его забрала скорая. Сейчас жизнь пострадавшего висит на волоске. В результате пожара повреждено некоторое имущество, мебель, закопчены стены. Причина выясняется. Не исключено, в двух последних случаях ЧП спровоцировала непотушенная сигарета. Это одна из самых распространенных причин гибели людей на пожарах. В Бобруйске с начала года огонь унес жизни уже 9 человек. А ведь предотвратить непоправимую трагедию могло соблюдение элементарных правил безопасности. Ольга Васенда, Максим Галеонко, «Сирена». Рожденный в рубашке в Бобруйске под поезд попал велосипедист. Молодой человек пересекал переезд в наушниках и не посмотрел по сторонам. Штадлер применил экстренное торможение. Прямого столкновения избежать удалось. Однако парня все же зацепило. Пострадавшего забрала скорая. Карина Гуревич восстановила хронологию событий. Рабочее утро Александра Бондарчука началось с тревожного звонка. В Киселевичек встал Штадлер, Гомель, Минск. Под колесами поезда оказался человек. Бригадир дистанции пути тут же бросился на место происшествия. Первое, что попало в поле зрения специалиста – покореженный байк. Сам 18-летний парень чудом оказался цел. Ушиб на голове, небольшая гематома, пальцы немножко поцарапаны. А так все, в адеквате все, разговаривают нормально, скоро его опросили, сделали кардиограмму и завезли с собой просто в больницу. За мою, скажем, 10-летний срок здесь неоднократно это происходит. И вот этот, что забор поставили, практически не помогает. Это уже просто, что люди такие. У нас, я же говорю, что даже вот светофор работает, они не обращают внимания. Как оказалось, велосипедист ехал в центр и по дороге слушал музыку в наушниках. Молодой человек не посмотрел на мигающий светофор и пронесся через переезд. Так и встретился с поездом. На удивление, случай не стал фатальным, улыбнулась фортуна. Машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на велосипедиста. Пострадавший 18-летний. Был доставлен в медицинское учреждение, осмотрен медработниками и отпущен домой. В настоящее время проводится проверка. Тормозной путь Штадлера больше километра, поэтому предотвратить наезд на пешехода, который внезапно появился перед составом, практически невозможно. Это происшествие в городе первое с начала года. Но несчастные случаи на железной дороге происходят куда чаще, чем может показаться. Главные причины несчастных случаев на железной дороге – игнорирование правил безопасности, спешка и банальная невнимательность. Только за 3 месяца этого года под колесами поезда оказалось больше 10 человек. В самом разгаре и дачный сезон. Сотни людей оказываются вблизи ЖД-переездов. Совсем скоро на летние каникулы выйдут и школьники. Родители должны не только учить детей, но и сами подавать правильный пример. Тогда не придется надеяться на чудо. Похожий случай, но с трагическим концом, произошел на неделе в Минском районе. Под колесами поезда погибла семья. 23 числа вечером 32-летний мужчина и его 22-летняя беременная супруга перебегали ЖД-пути, по которым в этот момент двигалась электричка. Женщина катила коляску с годовалым ребенком. В результате наезда отец и малыш скончались на месте, мать получила тяжкие телесные повреждения. Но несмотря на усилия врачей, утром 24 мая она скончалась. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ренс. Увидимся через неделю.